Ну ты все вспомнил, да, что надо? Ну, поднимай ножки, ставим. Теперь да. Давай. Специальные приемы. Подожди, 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 мы на камеру снимем. Снимай. Как надо профессионально снимать человека? Сейчас. Я включил, включено. Все нормально. Чтобы постепенно он встал, чтобы нормализовалось кровяное давление, поднимаем ножки домиком, ставим, все спокойно, комфортно, уверенно, просим дать руку, ложим как младенца и собираем ножичкой и на ягодицах, чувствуешь, на крестце, давай. Мне давай выходи. А именно в реабилитации, да, это надо человека поднять. Теперь ручки подними вверх. Ну, вот таким образом закрываем. Вот так вот бережно, внимательно, с клиентами. Только так. Чтобы он постоянно чувствовал ваше внимание над ним. А в данном случае, когда мы закончили, да, ты проводишь окончательное движение. Александр, снимайте со стороны. Распределяющие. Окончательно распределяющие движение энергии вот так по всему телу. Мы как раз тоже к этому пришли. Да? Да. Вот, да. Только вы делали сейчас спереди, а мы вот лицом вниз. Давай еще раз так проведи. Так, мы дальше будем. И помогаешь человеку чуть-чуть приодеться. Нашу просто уже можно вытащить. Двигательную. Накрываем полностью. Да, Маша, голову можно положить свободно на бок. Да. И в принципе в конце массажа мы немножко так накладываем руки, даем ему почувствовать наше тепло, чтобы он успокоился. Еще обычно накрываем теплыми полотенцами и можно еще дать полежать 15 минут, 20 минут, чтобы человек пришел в себя. Произойдет расслабление. Да. Параллельно потом тоже будем, да? Вот, ну в данном случае можно одеваться. Так, Машка, сама оденемся, да? Да. Все, камеру можно пока выключить. Да, давайте сейчас все это...